вот наша Света делает эпоксидные такие штуки, заливает и вот вещи, а девчонки потом это все бисер обрамляют. Я хотела, как оно похоже. Посмотри, какой на Свете красивая. Сейчас мы будем рассматривать. Это стеклянные бусины Лемборг. А вот часы Марьяшины. Мои любимые. Ну, это не совсем мои часы, но... Ой. Ой, кошки. Прямо влюбилась. Смотри, кошка. Один. Или в этот. Света влюбилась в эти. Шмаки. А это кубики, можно серьги делать. И... Ты можешь подобрать вот эти кристаллы и зеленых колец. Да, да. Мне эта идея понравилась. Спик. Не буду говорить кому, потом тебе скажу. Вот это вот Света сейчас купит, а потом мы увидим шедевр. Женька, я же тебя могу сфоткать? Ну давай, Рау. Это Женька. Вот, в Светиных колье, украшениях. На, демонстрируешь, пожалуйста. Да. Ой, какая красота. Я тут со своим кофеечком. Вот это мы Светки на рассмотр. Это не мое, это не мое. Не твое? Нет, не давай твое пока. Снимаю, я свое положу. Я их все равно как. Это чье? Это мое. До второй части неизвестно ли дело дойдет? Слушай, что-то мне совы начали нравиться. Дойдет до второй, я сделаю, конечно. Там может тоже будет. Но вот этот новый, и больше его не увидят. Вот это Светик. Ну тут не особо много на сегодня. Нет, не особо много. Привезла 15 колье, да, говорит. Нет, я сегодня мало привезла, только новые. Ты мне скажи, это чараи? Ну вот, сейчас. Свет, чараи? Чараи, да. Это история была у моей сотрудницы. Чараид выпал из брошки, которая лет 30 была. Из серебряной оправы. Она попросила сделать ей кулон. Слушай, он же огромный. Вот такая брошка у него была. Брошка огромная, а мисс Гель такая тоненькая была серебряная по краю. Удивительно, что он вообще там держался 30 лет. Ой, какие ты.